Сердце родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Да, мы такие вообще не берем. Замотали, а вон он, смотри, вот, вот он. Ну это мелковато. Вон, смотри, вон шляпа. А вот те грибы, которые у нас только под ногами. Которые никому здесь не нужны. Здесь люди собирают только белые грибы. А вот такие подосиновики, которые вы видите, их никто не берет. А их полный лес. Это мы сейчас, нам не отвлечься от дороги, а то мы ее потом не найдем. Я уже здесь поплутовал. Вон, наверх. Сюда, наверное. А вот беленькие. Мы берем только такие грибы. Плотные, нет? Ничего, да. Ножка хорошая. А что ты собираешь? А собираем вот так. Ну что ты делаешь? Смотрю. Вот он. Красавец. Хорош. Ты с них мусор сразу обрезаешь. Это лишний волочный. Да под шляпку его, да. Вот-то. Нормально, нормально. Будем сушить. Привезем вам домой грибов. Вот прошли несколько шагов. И следующий... Обнаружили следующую картину. Белых грибов. Чистенький, смотри, какие. Хороший? Хороший, хороший. Вот мы уже 5 таких пакетов позади оставили. Чистый? Вот Макс изгаляется. Макс, ну тебе не привыкать, да, видеть столько грибов? Да, у нас на даче их уже, я понял, совсем нет. Ну это издевательство, разве это грибы, блин? Мы приехали, вроде грибы нам обещали. А это разве грибы одни белые? В
Вот еще несколько шагов. Но эти вроде так мутноватые какие-то, нет? Такие мы не берем. Макс зажрался, блин. Вот это можно взять. Нет, чистый. С него вот эту мездру-то будем снимать. Кстати, ее сразу можешь снимать. Да ну, Олег, ты сам снимай. Ох, вот эта нога хорошая. Хорош, хорош. А, чё? Да не, выбрасывай весь, выбрасывай. Что, гриба, что ли, тебе не хватит? А вон, смотри, какой впереди. Да. Вот так вот, через несколько шагов. Вот он какой. Ну-ка. Олег, а вот еще как? Ну-ка, ну-ка, повернись. Где? Вот он, шляпу только потом. О! Ой, ё-моё. Ну-ка, вот этот, посмотри, плотный он. Сейчас. О, хорошо, нога. На засушку. Ох, какой гриб. Плотный? Плотный, смотрите какой. Обрезаю ногу при вас. Медведей здесь нет, но следы медвежьи обнаружены. След, похоже, вчерашний. Где-то рядом он тут. Ну, болото. Наверное, на болото за клюквой пошел. Вот такие хорошие болота. Привлечу, посмотрите. Самое главное, чтобы он сейчас обратно не пришел. Да, Макс? Да, медведь. Эй, Олег. Нас тут двое, ружье одно на двоих. У меня всего 4 пули. Так что, Макс, ты не волнуйся. Деревья есть, залезь есть куда. Мы его шапкой забросаем. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?